Призываю всем вам доброго дня. Ой, я нахожусь в этом в гостинице. Мне зажигать сегодня, завтра в Питере свадьба. Всем хорошего настроения. Как ваши дела? Вот такие моменты. Вчера был у Андрея Малахова. Там зажигали целый эфир с Акитом только один. Бахкали там такую бомбу, эфир сделали. Скоро будет во всех первых каналах. Очень хороших там оттуда мне предложения поступили. Будем газовать. Сейчас сплю. Как ваше настроение, сердце бьет, кто чем занимается? Я в гостинице без синтезатора не могу. Давай вам что-нибудь интересное сыграю. Скоро будет эфир обязательно в моем Инстаграме, в Ютубе тоже, в Первом канале я вам сообщу, когда будет эфир. Это даже не обсуждается. Рассказывайте еще что-нибудь. Дан-даран-дара-ран-дан. Сені чок сөйрем. Ассаламу алейкум. Валейкум. В Сочи когда приедешь? Скоро приеду и в Сочи приеду. Везде будем. Конечно. Погнали. Вот так. Вот так. Ассаламу алейкум. Люберцы приезжай, обязательно приеду, сами Севиля. Ой, да-да-да, вот так он, смотри. Сена ясен, моя родная. Бог белядир, дуля воровская. Мен сена ясен, моя родная. Беляди, Толя Вороская, ай-бай-бай. Ах, беляди, Толя Вороская, Толя-доля, Толя Вороская. Ах, беляди, Толя Вороская. Вау! Четко погнали. We'll be right back.
Канан. Классно песня. Пайда. Хаят, да, хаят. Хаят чох пишеди. Всем вам хорошее настроение, я вас всех радую всегда. Мои мощные подписчики самые лучшие, я тебе отвечаю. Они оригинальные, не какие-то китайские. Мои подписчики это эксклюзивы. Смотри, какие песни я вам пою. Хаят Аллах ты мэни. Yine gülüme istedi Unutup derdi kemi Sana gelme istedi Yat Allah Sakit ti super masterna kurs golsa din sağ ol. Здравствуй, про Путину можно. На табасранском сакит. Конечно, сейчас сделаем брат на табасранском тоже. Спой песни. Herkesin sevdiği var, beni sevsen ne ola? Конечно, Саша, сделаем. Вак чубару, ты на вачне вигюхуна чубару, а на вахте вигала вак чубару, ты на вачне вигюхуна чубару, а вай хурилити вида чубару, винхтана гагна зай чубару, а вай хурилити вида чубару. Чубару, 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 веки чили, кузили,
sen giden günden olmur adam benden. Ne gizledim senden, ele darıkmışam ki, ele darıkmışam ki. Sevgili ben seni giden günden olur adamım benden. Ne gizledim senden, ele darıkmışam ki, ele darıkmışam ki. Müsim yaz. Ассаламу алейкум. Сейчас меня побьют тут в гостинице выселить. Müsim yaz. Как тебя зовут? Ты мне скажи. Скажи. Карагюзер, спой, пожалуйста. Сейчас спою. Брат Титига, как тебя зовут? Вот таких отморозок надо брать. Санкт-Петербург написано. Ладно. Писать мы будем потом. Валикум сам, братка. Как ты? Почему? Друзья мои, смотрите, у меня скоро день рождения. Скоро это растяжимый, да? Февраль, март, апрель, да, получается? Да, в апрель у меня день рождения. До апреля мне надо, знаете что?
Мне нужно... В моем инстаграме был 1 лям. Обязательно. Если не будет, тогда все, Саки-то нет в инстаграме же. Это как-то не то будет. Надо газовать, как что будем подписчиков набрать 1 миллион. А то получается в ютубе уже 2 миллиона. В ТикТоке 2 миллиона. Тут Инстаграм что-то какое-то. 800 тысяч остался, Саки. Ни туда, ни сюда. 800 тысяч. Ча Андрей когда будет? Уже был Ча Андрей. Каждый день будет. Четко музыка сыграет.
Aziz dostum menden küsübim cüye Yar gider yamşa hesretimden Занавар, кардаш, ты занавар. Когда в Крым концерт? Скоро обязательно, иншаллах, все наладится. Обязательно такие вам концерты сделаю. Вы просто будете кайфовать. Я вам... Кайфовать будем. Деди Муси. Я его спою, кстати. Епче, сегодня надо лазать захида, хорошо, стха? Давай, хорошо. Давай. Короче, зурики его эхо же замашлен. А вот возьму, я тебе отвечаю. Короче, хорошо, мне есть второй телефон. Это у меня, это я уже кредит закрыл. Это у нас получается, подожди, я вам покажу. Это у меня 10-й. Вот смотри, это я кредит закрыл уже, друзья мои. Это же нормально не снимает. После кредита телефона хорошо не снимает.
когда кредит закрыл, уже они нехорошо не снимают. Пока кредит закроешь, выходит нового телефона, уже хорошо не снимают. Потому что я кредит закрыл уже, этот кредит я закрыл, это телефоны. А этот еще не закрыл. Подожди, это я еще в кредит закрыл, кому хочешь, я могу продать. Кстати, продаю. Ищите, кому нужен телефон. Со скидочкой, кстати. Надо новое. Ты представляете, берем на 5 лет кредит, а до 5 лет, кстати, выходит 5 плюс новых телефонов. Это же нечестно, а? Не успеваем одного кредита закрыть, второй. Мы как это, а? Так же. Айфон новый купит. Перекагуля. Эй, у меня стойка, смотри. Тут стойка такой стоит. Во. Не стойка, а которая вещи была. Все, короче, всем вам хорошего настроения. Обязательно вечером я вам эфир еще сделаю, хорошо? Я с друзьями соберусь. Мы все вместе будем петь, играть там. Качаем махнару хуйзах. Короче, бум, мы такие. Пош бюля, битамас, пай-пай. Bırakma terk etme beni İstanbul ve aleyküm asalam Aşk böyle bitemez Saki, Eke ЗАЗ подарит айфон. Проблема вообще. Sadece.